Всем еще раз привет. О, нифига, какие фоточки гламурные-то. Вот это интересно. Посмотрите, какая всякая эмо фоточка. Просто топчик. Романтик, конечно, опасный. Очень опасный чувак. Я помню, на Gold League, когда я его смотрел, он же там в кепке играл. И он такой, знаете, и, ну, они, конечно, китайцы, ну ладно. Якудза — это Япония. Ну, короче, в Китае, наверное, тоже своя мафия какая-нибудь есть. Мафия варкрафтеров. Так, надо идти убрать. Хрень какая-то летит. Да, точно, триада в Китае. Я же стрелу смотрел, там из триады были чуваки. Короче, романтик против Ксиакая, карта Last Refuge, первая Best of Five у них. Полуфинал. Я не знаю, сколько. Здесь, наверное, тоже одна квота, то есть кто-то из них финал выиграет, и за квоту будет играть. Короче, очень много отборов делать, я не пойму почему. Проще, мне кажется, сделать, ну, максимум два вида отборов, по там сколько, по две квоты, или сколько у них там будет китайцев. Просто неизвестно. Если я правильно помню, две квоты еще Америке дают зачем-то. Я не знаю, это просто... Ты как вспомнишь ВЦГ, когда там чуваки с Африки приезжали играть, которые в Warcraft не умеют играть. Вот. Или там, знаете, какие-нибудь бразильцы и так далее. Футики на разведке, архмаг. Здесь. А, вот здесь очень поздний ДК, кстати, я что-то провафлил билд. Здесь ДК с пауками. Слушай, но мои математические способности мне подсказывают, что 3 плюс 2 плюс 2 плюс 2 это будет 9, а кому еще одну дадут квоту? А, одна грин-карт? Ну, в смысле этот, короче, кого-то пригласят, то есть как в прошлом году Муну дали квоту халявную. Ну, кстати, каждый год на ВЦА дают кому-то халявную квоту. На первом ВЦА Никеру дали халявную квоту. На втором ВЦА, соответственно, Муну дали халявную квоту. И поскольку Мун не прошел, возможно, Муну еще раз дадут халявную квоту. Но на самом деле, судя по логике, нужно давать европейцу теперь квоту. Ну, в первом, короче, случае Никеру дали, но он, может сказать, китаец. Кстати, что-то лагает стрим. Или это... Да, это стрим лагает. Никеру, можно сказать, как китайцу дали квоту. Во второй дали корейцу, теперь надо европейцу давать. Так, что-то мне не нравятся эти лаги. Может, поменьше качества сделать. Вроде нормально было все. Сейчас обновлю, короче. Да, качество, кстати, упало, походу. Ладно. Да, качество хуже стало. Я его, наверное, уже не сменю, потому что... У меня... Хотя нет, вроде большое качество. Короче, не знаю. Ладно, тут Human Expand ставит. Undead крепится очень аркадно. Fly, да, кстати, квоту пока что не взял. Но Fly победитель прошлогоднего WCA. То есть, теоретически, если он не пройдет, может, ему дадут квот. Но я не знаю, это зависит от организаторов. Не знаю, на мой взгляд, нужно давать квоты тем, в принципе, что они и делали, а тем, кто не могут отбора пройти по какой-то причине. То есть, Нигеру дали, потому что он из Китая не мог европейские отборы проходить, и корейские им нельзя было проходить. Ну вот. Русский из-за пинга он не мог, китайский нельзя. Вот. И Муну, соответственно, дали тогда квоту, потому что он в армии был и не мог отбора играть. Так, тут наваливается Undead. Очень плохо то, что Таурк не успел застроиться. Но сейчас позиция плохая для Undead, ему тут могут отжать финда. Поджимает там футмены. Нет, не поджал. Но уже два битых финда.
点 C 一下吧 ，C 一下吧。这个我觉得，如果说小凯这里前场少一个蜘蛛的话，这个压制力是区别蛮大的。嗯。Рахмага нафигачил немножко, уже четвертый финт подходит. Я думаю, что эта жучка еще можно открыть. Но это же сила, эта штука. Дефенс он, походу, дела еще нет. В таком билде, конечно, нужен дефенс как можно быстрее, потому что финдов много, и вы видите, как футики разваливаются. Просто один залп финдов, и уже футмена с половиной хп. Если так использовать, то если нет дынды, то Ламан здесь это используется жизнь. Иди в армию, а это типа намек, чтобы мне квоту дали, ну я ее и так возьму. Ну я думаю возьму, да. А так я думаю, что в армии нечего делать, это потеря времени. Особенно когда два года нужно было служить. Лич уже делается, Стархаус. Ну, поскольку у Хумна все еще Т2 нету, у Андеда неплохо все. У него биты довольно ДК. Но сейчас как телега первый приедет, будет все хорошо. У футменов, походу, делал дефенс. А там маны, кстати, нет на койл, сейчас будет минус финт. И поджимает, поджимает. Смотрите, как контролит. Там сейчас на койл нет, еще есть. И, кстати, теоретически этот финт мог выжить, если бы аура ДК зарегенила ХП. Так, сапог уже где-то успел купить. Романтик, я даже не заметил. Т2 все еще нет, очень большие проблемы с деревом у него. Непонятно даже почему. Странно, по идее он уже должен был Т2 заказать, возможно там что-то с рабами затупил. И он очень много таурок добавляет. Но все еще Т1. Третий левел Архмага. До сих пор Т2 нет. Ну, есть дефенс, но там уже Нова первая. Пока что телеги еще нет. Сейчас телега подъедет, будет все получше у Андеда. Контролит он. Пока что за всю игру он только одного финда потерял, но это стандартная ситуация. Вообще Андед при грамотном контроле не теряет ни одного финда, потому что Хуману очень тяжело отжать, потому что нету нормального дамага, футмены слабо дамажат, им нужно еще подойти. И за счет ауры можно все легко отводить. Ну и Кайлайн хилит, естественно. Кайлы, кстати, тратят на футменов постоянно. Есть свиток зверя, и можно с ним пробить. Кстати, смотрите, лесопилку хорошую делает в стиле Юмика. Лесопилками застраивается. Ну, потому что лесопилки очень дешевые, они не стоят дерева их чинить, а, естественно, только за счет золота. Поэтому достаточно хорошая стеночка. Футменов много, но на самом деле Романтик уже поставил 5 таурок. Я бы на его месте сейчас просто пошел бы на базу к Андеду размениваться. Потому что у тебя 5 таурок, по идее, тебе Андед не должен продавить. Хотя у Андеда есть свиток зверя, возможно, он этого боится. Потому что со свитком зверя, конечно, может продавить Андед, но там, в принципе, застроечка нормальная. Ну, либо качаться надо идти, либо размениваться. Потому что вот так сидеть против Андеда и тупо футменов отдавать, это лишь потеря времени и голды. Тем более футменов очень много настроил Романтик. Там телега, кстати, заказана. Да, побежал Романтик в размен, все правильно. ХП у лесопилки, если я правильно помню. Хотя, может, это с тремя апгрейдами уже. А, нет, 900, наверное. А, да-да, 900 у лесопилки. И если первый апгрейд делаешь, у ней будет 990, потому что 10% дает первый апгрейд. Вот, и как я говорил, со свитком зверя наваливается. Нашел уязвимое место. Кстати, да, блин, отличное место нашел здесь к Сяокай. Сейчас минус все таурки сделает, и тут всего 3 и 1 магия. Да, это провал. Но сейчас нужно у Андеда экономику все убить, и тогда может все быть неплохо, только нужно... Да, он ТП делает. Ну, нормально.
Так ну тоже на ТП уходить, что ты. Ой, телегу подбрел неплохо. Я не понимаю, почему Романтик ТП не делает. Он просто сейчас фудменов отдаст, накормит андеда. Ну там реально, видите, фудмены толпятся, они постоянно под замедлением. Очень много фудменов потерял. Проще было на ТП уйти. А так потерял где-то 5 фудменов. Ну, кстати, если бы Ксяо Кай не нашел вот эту дырку слева, то он бы вообще ничего там не убил у Хумна. Добавляет еще Таур. Не, ну все правильно делает Романтик, потому что андеды сейчас пошли такие, что они очень редко ставят вторую базу. Поэтому максимальное количество вышек вас спасает. Потому что андед, он просто будет ломиться и ломиться на эти вышки. Но правда, вот такое количество вышек неэффективно против катапульт. Потому что если опять же андед грамотный, он просто строит катапульт. И тебе сам экспанд убивает, а не вышки трогает. Потому что вышки позади экспанда, они потом вообще ничего не будут делать, если катапульты расстреляют. Арба уже есть, опять заходит в эту дырку. Ну, Ксанад, он немного толпится. Сзади здесь его футмена принимает. Кстати, ТП у Ксиакая нет, там МК уже должен подходить, нужно финдов поджимать. Закопки нет, есть закопка. Просветки нету, на обсерватории ферму не построил. Что-то всякое, ну просто видите, андедовский дезбол, который вообще нечем контрить, пока у тебя не будет Т3-шних юнитов. Опять побежал в размен. Я не пойму, где у него МК-то? Не, ну, кстати, там одну катапульту Ксиакай, я помню, построил. Опять с деревом проблем. Вот смотрите, смотрите, Хуман, Романтик. Играет, я не знаю, сколько игр у него там, он постоянно топ-1 лейдера на Китае, на этом, на C-клиенте. У него куча игр. И он не понимает, что на Last Refuge можно ферму поставить и купить потом шреддера. То есть не надо даже крипить эту точку, и ты просто все проблемы Хумана решаешь с деревом. Потому что вся проблема хуманской экономики заключается в отсутствии дерева, если ты играешь без шреддера. То есть если ты купил шреддер, все, ты можешь ставить хоть миллион вышек, у тебя всегда будет дерево. А тут у него постоянно проблема, он даже в Т3 не может выйти. Я не знаю, я просто как увидел, то, что ферму можно ставить на обсерваторию, я всегда ставлю, потому что шреддера нужно покупать. Потому что тебя постоянно пушат, рабы умирают, рабы постоянно бегают, в ментов там превращаются, у тебя постоянно с деревом проблемы. И сколько ты рабов не строил, это такая потеря по голде. Короче, очень странно. То есть, видите, у Хумана до сих пор даже Т2 юнитов нет, он одну арканицу построил и еле в Т3 вышел. Хотя вот дерево у него нормально. Ну ладно, просто против Undead довольно тяжело играть, когда тебя так пушат. Здесь катапульту старается отжать, но сейчас два дестроера здесь расфигачат, кстати, Архмаг очень битый уже. Ну, вот катапульту то, что убил, это хорошо. Кстати, смотрите, очень грамотно Undead сделал апгрейд на Вонь. А Вонь, конечно, решает, потому что через атаку по земле сделать, и она рабов травит неплохо. Рабы постепенно подыхают, там, кажется, за 120 секунд 120 урона. То есть по одному хп отнимается. То есть 4 минуты и все рабы там подыхают. Хотя нет, если катапульт продолжит стрелять, там порядка 2 минут они сдохнут. Потому что катапульт тоже урон наносит. Ну, постоянные наломы здесь от Сиакая. Ну, финды очень хорошо танкуют таурки, потому что у них средняя защита, а таурки наносят там, сколько там, 15-16 урон где-то. Вот, и, соответственно, по финдам влетает порядка 10 урона, и плюс аура все это время работает, то есть таурки не очень эффективны против финдов. Ахтунг, я уже много раз говорил, найди девушку! Хватит на мужиков смотреть. Что ты как маленький? Не, по ходу дела это катка за Ксиакаем.
没有办法。要不，要просто не знаю, что он тут может сделать. 而且蜘蛛被剑塔打的也是非常的伤。而且这个角度很诡异啊，明明上面这么多无敌的。他为什么不上去呢？блин, а почему такое качество? 站在浮地上, вроде... 其名曰可以回血, 实际上, а, короче, да. Опять после перезагрузок качество сменилось, и нужно прем купить на Китае. Ну или зарегаться, хотя я там зареган, все равно не работает. 这波只要基地打掉的话还是能打的。上面这边双双车间发现了。Тут воркшопы строятся, но сейчас дестройер не дадут этого сделать.Там, кстати, неплохо тролль настреливать, но, блин, тролль начал бить воркшоп. 现在这个怪也是一个神助攻啊。对，因为怪现在这个上了心灵火加嗜血之后 ，DPS 还是很高的。对。这边啊，又有农民见血了。Да я писал, может это просто зарегаться нужно. Я же не настолько хорошо китайский знаю. Просто он, видите, пишет здесь что-то. То ли зарегаться надо, то ли может это.Ну я вроде зареган на сайте, может меня разлогинило. Или там надо еще подтвердить было. Может из-за этого. Я не могу высокое качество смотреть. О, здесь уже кони из паладин пришел, из паладбрейкера. Наконец-то может сражаться хуман. Паладины сразу вкусили, еще менты подошли. Кстати, неплохо здесь романтик сражается. МК, правда, очень битый. Если сейчас не подхилят... Не знаю, почему паладин не подхилил. Может мана кончилась. Стафа тоже нету, походу. Стаф был, но не стафнул МК. Ну, в любом случае, Undead разменялся. Абум уже подходит. Абум — это хороший танк. Лимит хороший у Романтика, в смысле у Undead. Тяжело здесь будет Хуману затащить. Коней мало, вертолетов не было, чтобы дестрой разбить.我觉得他一定会出坦克。Ну, там, правда, два дестройера всего. То есть, ну, в любом случае, воркшопы построил, значит, он должен был сбивать. Либо, может, он для танков построил. Но там ничего нет в заказе. Шахай也是. Пытается подбрить кого-то. Неплохо Ксяка играет. У него уже лимит очень хороший. Здесь Хуману тяжело будет.То есть у Хумана непрокачанные герои. Архмаг-то пофиг, что он там третий уровень, а вот паладин и МК нужны прокачанные. Иначе толку от них нету. То есть это просто... они будут очень быстро от фокуса умирать. То есть паладин без щита от прокаста будет и фокуса умирать. Пытается поразводить еще романтик. Но надо выиграть время, чтобы он... Экспан-то работает, и он...Если сейчас выиграет время и настроит 80 лимитов, у него будут шансы, потому что карта достаточно большая. Здесь можно прокрепить еще героев. То есть точек много. Вертолетов немножко подстроил. Ну, я уже говорил неоднократно на стриме, когда сам играл, что если Undead делает всего пару дестройеров, нет смысла вертолетов делать. Потому что эти два дестройера, они там урона практически никакого не будут наносить, а то, что ты вертолетов намасишь, ты потратишь кучу голды, и когда ты быстро убьешь дестройеров, эти вертолеты превратятся в мертвый лимит. Вот. А вот если Undead уже начинает потихоньку там 3-4 дестройера делать, тогда да, надо строить вертолетов, потому что тебя могут ими просто замасить. А против одного-двух вообще нет смысла вертолета добавлять.Причем вертолеты эффективные против большого скопления воздуха. То есть, если там 1-2 юнита, то они крайне неэффективны. То есть, им нужно, чтобы прям там пачка была и сплэш хорошо работал. Ну, тут, конечно, подстроил вертолетов. Но он не так много сделал, так что нормально. Тем более, воркшопы у него были. Очень много рабов умирает. Но Undead, если честно, немножко туповат, так скажем, потому что он всю игру ломится на экспанд. То есть он не попытался, например, свой экспанд поставить, попытаться закрепить больше точек. Например, опять же, какая фишка у Undead? Если он, например, не может уже экспанд пробить, он просто идет и все точки крепит, и у Хумана не остается потом точек, и он не может тупо героев прокачать. А у Undead за счет крипинга все равно будет там 70-80 лимита, как у Хумана. И Undead за счет высокоуровневых героев просто переконтролит.
这波还没反应。здесь правда нет третьего героя, а Бума теряет. Чё, Кайла нет что ли? А Буму потерять на то на этих, конечно, жестко. Ой, и Таурк не добил. Ну, что-то Андед развалился. На Таурках зачем-то полез. Мог вот рядом красную точку забрать, там прокачать, не знаю, Лича до пятого. Почему ты Дарку третью не взял? Пятый ДК, кстати, уже и Когти плюс 12 выпали, и Лич почти пятый. Но без Дарки тяжело будет. Дарка нужна, чтобы паладина засалить, чтобы можно было героев нюкануть. Или опять же самого паладина. Ну, Хуман, видите, уже 67 лимита вышел. Потому что, знаете, Undead либо додавливает уже экспант и вообще экономику все убивает, либо не додавливает и сыпется. Вот это второй вариант. Ну, здесь у Undead 53 лимита, там уже, блин, там уже коней пачка. Ну, не пачка, конечно. 这样的话，正面拖住之后，蜘蛛没有办法来控制你直升机。嗯，从后面绕了。嗯。Да нет, тут сейчас просто казнь Андеда будет. Даже несмотря на то, что у него 5-4 героя, тут просто Хум намного больше. Даже вот сейчас Лич пятый. Ай, этот Лич危险 了. Хотя нет, Андед еще сражается. Ну еще менты подходят. У МК есть инву. Кстати, пришла Дарка, но Лича. Лича просто убили. Ну здесь очень много спалбрейкеров. Да, Романтик тащит. Блин, такое качество пососное, конечно. Ну-ка, а если я сейчас попробую вообще сам сайт перезагрузить, у меня качество урубится. Потому что пососное качество. Чё за Серега со стрима, Никитос? Если ты про физкульт, я уже давно не смотрел, он вроде уже не стримит рулетку. Я уж не помню, когда последний раз к нему заходил. Блин, обновил, это мне теперь вообще не загружается. Не загружается. Ты... загрузился. Не, он все равно не дает мне качество рубить. Но видите. Ну-ка, можно скопировать Google Translate? В настоящее время точка зрения, что в нормальном качестве вход продолжает наслаждаться ультра качеством HD. Ну да, надо типа залогиниться. Ну блин, я короче здесь регался, но походу из-за того, что я так и не подтвердил свой аккаунт, он и не дает мне смотреть HD походу. Даже средний не дает включать. Но почему-то, когда сначала заходишь, например, в течение дня, он тебе дает смотреть HD. В общем, не знаю, с чем это связано. Да. 还是被浪漫的及时的这个换家回城。 Как Люциферу проиграл на ГРКПе, а ты что, не смотрел мой стрим, что ли? У меня тогда вопрос к тебе, почему ты не смотрел мой стрим в воскресенье, когда я ГРКП играл? Подскажи, пожалуйста. 如果有第三章的话, как оправдываться будешь? ，如果有第三章的话，应该会考虑一，但是小海如果不想再选败者图，你说再选败者图，他就没有败者图的机会了。对呀。所以这一局他一定要全力以赴的去打。嗯。所以现在的话，小海是希望能够扳平比分啊。那么浪漫这边的话，最近看到天梯的这个第三赛季已经是开始了，那么他们的天梯上面的练习，浪漫也是练的比较的勤快啊，有非常多的这个。 据说胜率啊，胜率浪漫现在目前是胜场，好像是最多的选手，应该是目前的天梯的第一位。嗯，而且因为是我们的这个打比赛嘛，打比赛你也有分啊，这个是跟以前 VS 是一样的。打比赛的时候你可能会开一个自己的大号，然后万一别人开个小号，蹭蹭蹭从20级掉到16级，
也是有可能。看他每天刚刚在问他说你准备好了没有，他还在说我很早就已经开始练习了。嗯，好，我们现在这边选手准备就绪，我们马上进入到比赛当中。 好，现在对阵双方出生在右下角点位的 UD 选手是小凯，出生在左上角橙色单位的是浪漫，然后地图是 AI。 嗯，这个图的话应该是属于亡灵偏好的一张地图。嗯，因为分矿的钱呢也比较的少，然后呢地图呢也不是那么的大，然后后期的可能性也并不是那么高。对，伐木机的话，сейчас погодите, пацаны, я тут залогинился через свой QQ, походу. 炸弹人的话也是一样的，所以看一下现在这边小凯是果断的选择了快 DK。 嗯，还是要把这个比赛的进攻权掌握在自己的手里，对，这个还是比较重要的。Ну да, я все залогинился, только мне надо сейчас перезайти. Сейчас я... Надо стрим будет это. Сейчас пацаны, я перезахват сделаю. Я потому что залогинился. О, да, качество появилось, пацаны, я залогинился. Сейчас я вам это запущу. Качество появилось, пацаны. Ультра HD. 对。上一波我觉得他可能二本绞肉车的机会会更大一些。嗯。Мы там на Твиче опять что-то писали. Романтик модель, что там? Пацаны, графон завезли. Так, короче, АИ вторая карта. Света не было дома, дали, когда финал начался. Слушай, а записка от электриков есть, то, что света у вас не было? То есть принеси мне, пожалуйста, завтра утром в 9 утра на стол записку, то, что вот электрик вам приходил и свет отключил. Ну или когда эта компания какая-нибудь там вам позвонила и сказала, сегодня у вас не будет света, вот когда Хав будет на Герокапе играть с Люцифером, у нас света не будет. Так что вы не сможете посмотреть. На самом деле ты мог посмотреть через планшет. Мобильный интернет у тебя работает. Только не говори, что у тебя мобильный интернет не подключен. Безлимитный. Ты мог на планшете или на телефоне мой стрим посмотреть. Так что давай тут это. Так, ладно, романтик тут одного крипа дал себе добить. Кайлом. Карта пососная для Хумана. Сяокай, кстати, поменял стратегию. 找一组新的骷髅。浪漫是。Ментов берет на крипинг немножечко тут. 入夜开矿。嗯。但是正面的状况。Романтик крипит, сейчас надо на деду кидать уже кайлы, не знаю, в мента что ли. Он хочет к налада бить, но он много хп здесь потеряет. И опять, блин, лагает. Ну на графоне лагает, видите? Из-за того, что стрим-то китайский. Видите, он вроде нормально сначала был, а потом начали слаги. Ну сейчас, может, отпустит? Да, отпустило. Или нет? Странно, обычно не лагает. Отпустил. Ну, короче, если еще будет лагать, надо среднее качество будет поставить. Так, тут крипов будет, и, кстати, почему-то пурж... Ой, там ДК, сейчас... Ой, Undead закрабил. Смотрите, сколько у ДК хп. Зачем ты койл в архмага кинул? 20 хп. Пытается архмага запустить. Ну все, это дохлый ДК, он уже ничего не сделает. Ауры нету, хилиться негде. Ну, конечно, архмага тоже неплохо так запустил, но что-то посос какой-то, походу. Ой, ДК, минус ДК. Че за андед вообще? Ну, как я сказал, это лапковская квалификация. И минус финт. Все, минус финт, третий архмаг. Ну, финда должен догнать. Да все здесь уже можно вливать. Ну просто любой нормальный андед бы уже ливнул, потому что здесь нереально выиграть хумана. Хотя, когда я так говорю, всегда начинают тащить.
好，这边的话我觉得浪漫是选择直接敲这个，просто пачку футменов. Он сейчас хилится и бежит на базу к андеду, все. 看一下 UD 家里的情况。下一波会不会顶盾直接？Я не пойму, зачем, правда, романтик крепится. Тут просто идешь к андеду на мейн. Потому что у андеда сейчас ДК и один финт. Ну и там три гулида бывают. Ты просто вот этой пачкой футменов ему начинаешь акалитов харасить. И у него провал полный. Ах, еще бы Лилиансу. Таваши гам гам фэн кван чу ли Лилиансу. Сейчас они же... Ахмак почти четвертый. 75 的一个上限了. Шуэлян они же фэйлян гам. Андед там что-то где-то... Ну ладно, два финда у него. Шуэлян яли хайши фэйчан даде. Инвэй та сейзай Таваши де дэнджи е шанчу ла. Тут, кстати, немножко романтик затупил, он пропустил андеда к базе. Сейчас ему вышку могут отменить, но вышку не фокусит. В Архмага, кстати, фокус пошел, но у Архмага печенька на хп. Не, ну если сейчас романтик затупит, он тупит, кстати, есть еще Койл. Койл почти набрался, кстати. Ну, печенька на хп и церклетка его спасает. Ну это было 5, кстати. Таваши сейчас 3 к 4. А Ванлин 这边的话其实拿不出手. Тут футменов пачка сейчас можно ДК окружить. Ой, 没围住. 没围住. 自己的蜘蛛在卡位. 喂, 这个. 刚才那下如果围住的话可能就崩了. 对. Че у нас целая банда хакерков собралась в чате? 除非是现在还在围，哎，有希望，哎呦，没加住，哎，没有。Романтик нужно поучиться у Ямика это, зажимать героев, потому что что-то он пачкой футменов тут не может. Потому что он пачкой футменов тут не может. 好，这边看一下，把宝物卖一下，跟他换，哎，哦，扣住了，漂亮，漂亮，顶盾一开，这波回城了也很亏啊，嗯，但没办法，该了你了，这波好像不回城吧，ой，хотел койл в архмага кинуть и типа убить，这卖了其实也打不了，какой-то блин пососный андед если честно，这边也一样是打不了，顶盾，刚才那波就是体现出顶盾的强势，这么点蜘蛛，这лича еще окружи，ну дефенс выключи и лича окружи，да выключи дефенс и лича окружай。好，那么现在这边是赶紧把这波收回去，又是个 nova。слов просто нет。我觉得烈士尽力了，只是没有办法。连死两次 DK 的话，大法师目前已经四级。嗯。还想用骷髅偷，想法是不错的。再包一波，再包一波，哎，这地方如果包住烈士的话，你 зачем ты финдов окружаешь? Там есть закопка。你看到没？哎，这里看一下在围。там закопка есть же。嗯，埋地，对，这里的话还不错。H 主大把是买粉。лучше бы лича окружал на самом деле。赶紧过来。对 ，даст купил。买粉也可以。好的，二两级了，直接吃掉。Undead затроллил, короче。这波很赚了，这个H其实是属于无能为力的。嗯。Слушайте, я уже жалею, что я решил покомментировать эти игры. Пока что абсолютные пососы какие-то. Не, ну первая игра была неплохая. Ну в том плане, что Undead очень хорошо пушил, но не допушил. А сейчас я не знаю, что он тут будет делать. Ну на самом деле поставил этот Sacrificial Pit. И может Вермов выйти с первым ДК. У него просто ДК, лич и финт. Даже телеги нет. Не, ну очень слабая игра Ксиакая. Просто не знаю, как он. Я не помню, даже я с ним играл когда-нибудь, нет? Сейчас не знаю, может я на Китае с ним играл. 其实我们看到
打法方面还是一样的，这边想、嗯、刚才想 A Romantic 这边 не топовый хуман, как мы знаем. 哎，没魔了。нету Кайла, нужно Личу передавать. Не дай ему 机会吃了，在围 DK 吗？ну сразу надо было это делать, ну что ты. 在埋地有粉没？啊，用完了。用完了。可以围 DK 了。这 DK 有种。ты что ты даешь себя окружать-то, я не пойму. 他已经放弃治疗了。对，这个地方вот эти мувы, когда тебя футменами окружают, ну ты же видишь, что он пытается тебя окружить, зачем ты это позволяешь делать? Тратит он хпшечку. Я не знаю, может он против хомонов плохо играет, может против других раз лучше. В первой игре вроде он все неплохо делал, но не додавил. И вовремя не пошел крепиться, экспанд ставить. Здесь он просто, ну в начале просто дикий фейл был с сливом ДК и одного финда. То есть попытки архмага зафокусить. Т3 здесь уже у Хумана куча вышек на обоих экспандах. То есть здесь уже никак не продавить с одним финдом. Что-то и мне слабо верится, что он Юмика убивает в Home Mirror, учитывая, что Юмика на вот Сай Инфи убил и реписала. Хотя я в Су проиграл. Ну ладно. Не, ну Хоманский Mirror, он такой, там тоже это, многое зависит от итемов. Блин, господи, вот он даже в такой ситуации продолжает пушить экспанд. Да, два финда, два героя, дестройер, телега и телега. Он серьезно. Он серьезно хочет экспанд продавить. Ну вот он, видите, закидывает туда вонь, чтобы воняли рабочие, а не постепенно хп тратить. Мне всегда эта вонь напоминала Stronghold. Когда ты там катапультой корову отравленную закидываешь в замок, она тоже воняет там. Милорд, на нас напали. Два воркшопа, два барака. Не, ну пока Хуман тут крипит мелкие точки, Undead-то неплохо, ему там рабов убивает. Ой, Питлорд! Вот это интересно. Кстати, опять Шреддера нет у Хумана, но тут вроде нормально все с деревом. Не, ну Питлорд тут, кстати, неплохо заходит, но правда сейчас его сзади там примут. Хотя там футменов-то нету, и он сейчас, ну телегу жалко, конечно, ее никак не спасти. Койл в нее не кинуть. Слушайте, там два элема под дисполом. Слушайте, смотри, какие биты работающие. Биты рабочие. Сейчас еще один этот флейм. А, он свиток сделал на рабов, кстати. Хороший мув от этого, как его называется, романтика. Потому что там рабочие были все на одну тычку. И он свиток на них завязал. Весьма профитный свиток получился, потому что рабов-то мало. Сейчас кони пойдут. Я тоже люблю эту страту. Кони... Чисто выход в коней. Но она, к сожалению, не работает, если тебя пушат очень жестко. Надо спеллбрекера все-таки добавлять. Там неплохо, рабочие все еще горят от чумы. Слушайте, у Ксиокайта есть шансы, несмотря на такое пососное начало. Там, правда, сейчас кони будут, вот в чем проблема. Если еще танки будет добавлять. Танки сейчас на мейн могут приехать. Что там, кстати, вон, кстати, Ката новая приехала, снова закидывает вонь. Слушайте, третий лич. Сейчас еще Питлор должен залить. Ой, какой грамотный болт Питлорда. А, только две заливочки прошло. Слушайте, собирается отбиваться. Романтик, действительно, Хуману тяжело. Я вот смеялся, что такой посос. Ну, тут, хотя нет, тут 4 коня. И тут дестройеров нет, еще и менты подбегают. Ну, 4 коня не законтрить, наверное. Фрост армора, тем более, нету. Он фрост армора не качнул, это посос.
Аве好像跑得有点慢呢。当时的 Frost Armor нормально против коней помогает, но вот сейчас, блин, еще и ментов очень много. Да, здесь просто, ну, очень много коней, и ты три героя. Болты еще закидываются. Ну и Питлорд, он бесполезен в такой битве, потому что он дамага никакого не наносит. Был бы побольше дестроеров. Коня отжал одного. Одного стафнули коня. Ну, на самом деле... Примерно получается, как в прошлой игре. То есть Хуман терпел, терпел, потом вышел в лимит нормальный и сейчас затащит. Он единственное с вышками переборщил. Не знаю, зачем он столько вышек настроил. Ну, именно на мейне. Потому что, смотрите, когда у тебя преимущество такое, ты убил, ты убил ДК, убил Финда, все, ты можешь халявить. Ты можешь максимум пару вышек поставить. Потому что ты знаешь, что дестро пуша не будет. То есть просто делаешь быстрее технологии. Быстрее выйдешь технологии, быстрее андеда убьешь. Тебе будет проще отбиваться. А он долго сидел опять на Т2. Не, ну здесь... Здесь, кстати, проблемы с деревом у Хумана есть. Опять шредера не купил. Хотя здесь шредера труднее купить. А, он всех рабочих слил, кстати. Или там новые бегут. Он же рабочих брал в битву, и у него сейчас с деревом проблемы, он не может нормально коней строить. А левел Архимага никак не решает против андеда. Ну, как, если ты уже против Т3-шного андеда играешь. То есть, если андед там на Т2 еще, у него нету арбы, нету дестроеров, то Архмаг решает, когда там вот 5 уровня. Архмаг 5 уровня там просто с элемами валит. А в такой ситуации Архмаг 4 вообще только ауру дает, потому что элемы диспелятся. Но сейчас вертолеты подлетят. Не, ну тут опять коней много. Тут андед на ТП надо уходить, иначе все потеряет. Там вертолетов много, минус все дестроеры будут. Да ТП делай, ну что ж ты не видишь ситуацию-то? Ну все, пятый архмаг, вот теперь пятый архмаг решает, потому что дестройеры сейчас сдохнут. Диспел не будет. Убивает коней вроде потихонечку. Видите, как долго вертолеты убивают двух дестройеров, потому что они крайне неэффективны против малого количества воздуха. И Лема неплохо там катался. Ну и все, у андеда осталось три героя. Потому что не понял ситуацию, нужно было ТП делать и пытаться еще героев прокачать, затянуть игру. А тут уже третий МК. И полетела ракета. Инвул хорошо заюзал под болт. Ну это чисто так, по фанчику. Койл сейчас накопится. Койл нужно кидать. Ну, Питлорд все равно сдох. Нет, Питлорд убегает, ничего себе, он живой. И в Архмага там фокус пошел. А если еще Холилайт сейчас будет один, но Питлорда он не убьет. У него 100 хп. Да куда ты вернулся-то? Ой, сейчас от Холилайта сдохнет. Ну бас. Его сейчас забомбят эти вертолетики. Нет, Холилайт кидает на МК. Господи, че он там все... Стаффит паладина, пытался сновы забрать паладина. Не, ну тут на Херакиле можно было бы выиграть, но нет. Так, сейчас я приду. Будет еще игра, потому что было 5。从第一局来说还是可以的，但第二局之后他的状态就显得有点的慢热吧。第二局其实进不了状态，而且又被对方不停的这个围杀，然后不停的被围杀，所以现在这时候第三张地图我觉得不出意外的话应该是会考虑EI。然后反正 TM 是肯定不会选的，因为 TM 的这个价值实在太低了。我感觉小坎现在的心态好像有一点问题，如果说他及时调整一下的话，说不定就拿下了3-2。好，那么我们先稍事休息一会儿，广告之后我们马上进入到双方第三场比赛。
索对极限的认知。Alienware Aria 51采用英特尔酷睿 i7 处理器。尊位游戏竞技定制，冠军战队专属选择，龙珠女子战队倾城代言，专业电竞显示器 iGun 爱工，顶级战场等你来战。Что тут перерыв? А то я тут яйца взбиваю. 2023 年3月 WCA 世界电子竞技大赛再度起航，炉石传说、Dota 二、魔兽争霸三、星际争霸二、Warcraft 3、Warcraft 3、英雄之刃火爆开战。И омлет готовлю. 大赛星再燃战火。WCA 2016职业赛全年三大赛季。横跨九个月的激烈角逐，中外电竞王者强强对抗。Сколько китайцев смотрит, я без понятия. Не знаю, сколько там они смотрят. 高校赛创新来袭，史无前例开启国际赛事，汇聚中外名校选手，铸就电竞未来，成就校园王者。公开赛全面升级，海纳全球电竞精英。Так, ну у них перерыв, это хорошо, я успею себе приготовить.WCA 主题电竞馆，全民电竞舞台热力开启，火爆赛事震撼打响。WCA 2016还将继续加盟国内外各大知名。Сегодня, кстати, deadline. Бабла в отца, что они там ответят? Походу дело судиться уже с ними будем. Не я конкретно, а это кто там будет это заниматься, потому что там очень большие бабки они дотерам должны. Там что-то порядка 200 тысяч долларов одним дотером. Ну, на всех там 700 тысяч долларов, короче, не хватает. Поэтому я думаю, походу дело судиться с ним будут.英雄的竞技场，玩家的寻梦地。
Что тут происходит? Ты точно спросил Явса о деньгах? Ты про чё? Ну тут они рекламу пускают разную, потому что видите, 2-0 счет. И поскольку игра сейчас может закончиться на третьей игре, они рекламу пускают. То есть перед третьей игрой. WCA 2016唯一指定电竞椅，八彩呼吸灯，四 D 扶手，内置蓝牙音箱，电竞选手爱用的电竞椅。极客、极致、极酷，西伯利亚专业电竞游戏耳机，带你来一场身临其境的战斗。胜之道，掌指之间，狼派电竞装备。T-Move。专业电竞品牌 iGun 爱工为 WC 2016官方唯一指定显示器品牌，爱工为荣耀而战。Вообще-то море и в Warcraft 3 есть, и корабли есть. Просто эти карты не используются. Ну, это потому что бред, мне кажется, был. Хотя была одна карта, по-моему, на которую китайцы сделали. Там можно было корабли заказывать. Ну, именно которые транспортировочные. Ну, если честно, не впишется вода и корабли в Warcraft. То есть в компании, ладно, там эти были темы с кораблями, а здесь, мне кажется, не будет. То есть в обычной катке. Ну, прикиньте, если бы респауны игроков разделяла бы вода, и чтобы ты побежал на базу к игроку, ты должен был себе этот транспорт купить. Соответственно, Блейдмастер уже не может захарасить, ДК не может захарасить, потому что ему надо лодку покупать, а лодка, например, только ночью появляется, и верфь охраняет кто-нибудь. То есть уже игра по-другому будет идти, то есть нестандартная. Плюс, например, ты воздуха настроил, едет, блин, так же корабль, его раз, избили, и все сдохли там, как дирижабли. Ну, короче, это есть только по фанчику.如果小凯真的不幸落败的话，他还能在三四名决赛当中跟 Colorful 来争夺最后一张门票。嗯，因为毕竟 UD 打暗夜的话优势还是有的，而且是主优势是比较大的一张一个对抗种族，所以对小凯来说其实还是有退路的。嗯，那么我们看浪漫的状态确实还是很好，现在选手是已经准备就绪，我们马上进入到比赛当中。嗯，现在是最后一把第三局，出生在右上角点位的 UD 是小凯 ，UD 出生在左下角的人族选手是我们的浪漫。嗯，听完你觉得是最后一把是吗？对，因为我觉得，小凯这一把有可能还是会选择卖萌啊，把自己给卖掉了。对，小凯是很容易自杀的一个选手，我觉得。对，所以我这一把想奶一下浪漫。浪漫这个点位其实还不错，我们看一下，又有雇佣兵练，又能够练实验室，然后开矿方面呢又是小凯的原点，小凯。不知道会不会赌一把，选择一些比较激进的战术，还是如果常规打法的话，我觉得在 TM 上面确实打人族本身从点位上来看就已经是一个三七开的一个点位了。嗯，所以现在看一下小凯会怎么打。
四三啊，还好是探对的。对，直接找到了人族的家里面。大法师。好，那么这里的话也没什么问题。DK。这个地方思森主要做的应该是卡位，嗯，更多的是卡位。嗯，他这个敲得很早啊，我感觉节奏不对啊。这个时候，哎，这思森也没有上。大法师这边也看这个思森就驱赶一下就可以了。嗯，嗯，这个地图上面思森能摸掉的这个几率还是很低的。对，找不到小洞。好，果然思森去卡位了。对。对，先装出一副。人畜无害的样子，哎呀，过去勾引一下。啊，但是这一下被打死的话就比较无奈了，因为他没有等第二张网撒出啊，他就往前走了。对，这里有个细节还是要注意一下，里面是一个一方光环。对，小凯这边 DK 也是赶紧过来，看追不追得上这个脚步了。这肯定是来不及的，这个点位，除了近点来说的话，正常情况是最多。最多给你杀两个农民。对。哎，这边看起来好像对两个农民还不满足。他看起来是要杀三个，因为前面还有一个农民可以杀。嗯，这里还有一个残血的。对的，这个好像哎，直接是这个大法师补掉了，但是 DK 这边能不能、好的，又是被农民给反补了，连续的两个反补。DK 虽然是杀了两个农民，但是虽然人族死了四个农民，两个农民 DK 并没有能够拿到经验。嗯。重新再敲，这个直接进矿，好的，再来回头打没有问题，这边调整成采矿的农民就可以了。对， DK 这波的话其实还是可以吧，就是虽然说没有拿到那么多经验，但是已经是逼迫对方反补了不少的农民。嗯，那么对方开矿的这个节奏必然是会受到影响。对，我就算杀不到的农民，我拖一下节奏也是好的。嗯，对的，就是这样。那么现在这边再去找一下 DK。嗯。哟，这个位置好像练得有点吃力。补刀，哎呀，这都被补了。这都被补了。正好那一刀没有挥下来，大法师上了。啊，后面这里的话小凯也是偷到了这个农民。对，两边都是各自都偷到了东西。好，我们注意一下，现在这边的话小凯是带上了背包，所以我们看他有新的骷髅棒可以用。嗯，目前的话是二胜三，然后现在这波浪漫是停农民了。其实如果是零零或者玉米的话，这时候可能会继续补农民。哎，这波我们看到小凯果然打得很近。Так, sorry, чуваки, я просто говорю, готовил омлетик. Что тут по ситуации, смотрю, закрепился, почти третий архмаг на мейн приходит, минус таурку, кажется, делает, минус таурка. Блин, отчинивает вообще на лавах. Ой, кажется, отчинит. Вот это отчинка царская. 关键是倒了一个骷髅，本来就已经打得很慢了，倒了两个骷髅的时候，这个塔的血开始往上回了。Блин, молока много добавил.再放一个水源，царская чинка, и нормально, все экспанс стоит, походу дел 3-0 будет. 还算是实用型宝物。对。力量书。третий архмаг здесь, ну все, потерпит, ну что-то вся какая слабенький. 这里的话，хотя если бы он на мейне таурку убил, было бы неплохо. 哎呦，这个分矿看来是没什么好，没什么事情干了。这个农民，你背着钱不要往家里跑啊。就背着钱就回家了，你也是，你找没人的时候再背回去嘛。这边选Nago берет вторым героем, немножко изменил свою стратегию. Ну с первым ДК Nago брать бесполезно. 都可以压制。嗯。那家的话只是单纯的增强一下英雄的一个输出而已。对。说实话，在顶了盾之后，蜘蛛的输出是会大幅度的弱化。嗯。Это не корейцы, а китайцы. Могу потише сделать. А, просто там звуки из игры же идут. Поэтому выключать полностью нельзя. Сейчас финда потеряет. Ну пытается спасти финда чем-нибудь. Ну, ДК биты, ну ТП жми, я не знаю. Ну что за андед кривожопый?
我就说吧，这个不是你nakao啊，特别的伤。这个地方有点爆炸，就是。小卡的心态现在是已经有点破裂。Просто романтик в 3-0 закатывает по ходу дела. 我感觉他的。А первая игра была неплохая. Тамандо так себя хорошо показывал, но потом развалился. Даже во второй игре накал был, когда он там что-то начал пушить. Вообще, зачем ты Нагу взял? Смотрите смысл в чем Наги. Нага нужна, чтобы лича не ждать, чтобы сразу взять второго героя, и можно было футменов убивать, либо там Архмага как-то зафокусить, ну вот что он сейчас пытается сделать. Но когда у тебя первый ДК и без маны вообще, потому что ауры нет, Нага медленно ползает, сапогов нету, нет смысла ее брать. Потому что тебя сейчас Хуман на базе убивает. Какой сейф фин, да, вот это по-царски было, сейчас просветочка будет и минус фин. Ой, смотрите, он не бьет финда. Сейчас просветка закончится. Закончилась просветка. Из-за того, что не рубка. Смотрите, смотрите, не может забить. И сейчас снова просветка закончится. Хил. Из-за того, что сейчас не рубка стреляла по финду, он не успел второй удар нанести. Из-за того, что Нага еще замедлила. Там же стакается все замедление. Но вот это было красиво. Это было красиво. Так, второй лау ДК. Что тут? Т2 еще не заказал, нифига себе, опять с деревом проблемы. Шреддер, наверное, купил, вон он там слева бежит. Я вижу на точке. Шреддер бежит. Сейчас дирижаблем обуз будет. Я не знаю, готов ли к этому Сяокай. У него уже Т3 есть, но сейчас залет будет с дирижаблем. Возможно, еще подрывник побежит. Но Т2 пока что нет. Не, вообще, кстати, Ксиакай очень быстро Т3 делает. Посмотрите, Т2 все еще у Хумана, а там уже Т3 готов. И Лич сейчас будет в заказе. Кстати, до сих пор Финт сидит. Финт сидит. На нем еще стрелочка такая. Сейчас придется ТП делать. Он, кстати, 2 инвула аж купил. Я не знаю, зачем он на такой стадии 2 инвула. Ни одной ни рубки, ни одной спирит таурки вандеда нету на такой карте. Надо ТП делать, иначе мы сейчас тут всех убьют. Блин, минус 2 зигурада. Надо, конечно, финдом сейчас ловить. Есть паутина, нет? Паутины нет. Блин, вот смотрите, даже если сравнить, например, с каким-нибудь Люцифером Undead. Я вот против Люцифера играю, у него всегда паутина в заказе, даже если к тебе дирижабль не прилетит, он все равно паутину сделает заранее. И он всегда старается ловить этот дирижабль. Здесь же нет такого. Хотя, по-моему, Люцифер не делает апгрейд на закопку финдам. Вроде как у него он сначала делает паутину, а закопку вообще вроде не делает. А здесь наоборот закопка есть. Кстати, он дестроером что-то тут харасит. А если сейчас гарга подлетела бы? Undead зря, кстати, с базы ушел, сейчас его продолжат харасить. Да, он это понимает, возвращается. Ну, здесь зря Хуман высадился, ему сейчас на ТП придется уходить. Ну, Зигурат, конечно, отменит под 50 лимита, но... По-моему, зря Хуман вернулся. Хуман опять, смотрите, сидит за маст таурками. И в Т2 только сейчас выходит. Undead, иди экспанд поставь. Нахрена ломиться на маст таурке? Ну, слушайте, я не понимаю.
Просто иди и ставь экспанд. Стой и дефай его. В чем проблема-то? Где лич вообще? Почему лича нет? Лич в заказе. МК. Ну его Хуман опять просто бежит шатать. А что Хуман сидит за масс вышками. Андед, блин, ничего не делает. Нахрена ломиться на мейн Хуману? И, блин, опять же, если ты уж ломишь на мейн Хуману, то ты дефенс какой-нибудь сделай на базе, там, не знаю, спирит таурки сделай. Просто мне этот стиль Хумана у Андеда напоминает как Чечи. Он идет просто и ломится, и ломится. Попробуй ты в экспанс играть, попробуй там, не знаю, что-нибудь еще сделать. На базе хотя бы спирит таурки построить, чтобы тебя не харасили бесконечно. Кстати, МК здесь убил. Ну, он тут вроде пробивает, но там еще больше таурок строится. Это прохлада ему сейчас Акалиту всех убьет. И гулей вместе взятых. И шахту убьют. Не, можно отбиваться от такого хараса чисто дестройерами. Но тут один дестройер, он не отобьется. Если было бы два... У второго дестройера нужно поднимать, но голды нету. 100 голды, насколько я помню, дестройер стоит. Провал. А калитов теряет. Вертолеты строятся без грейда. Ну там Т2 все еще. Не, у Андеда есть шансы, потому что у Хумана до сих пор Т2. И он футменов здесь всех убил. Ну видите, Таурок сколько еще построилось. Калитов очень много Андед потерял. Блин, реально переборщил с молоком. Жиденький получился. Хуман продолжает харасить, он вертолетиков без грейда построил, но они дестройер нормально убивают. Дестройер один не справится. И снова харас экс мейна. Калитов теряет. Я не знаю, ну три дестройера бы поднял бы, отбился бы. Здесь МК, кстати, принимают. Там два апгрейда на масонере, там вообще бесполезно сбить этот мейн. Катапульту зачем-то построил. А, ну он, наверное, на харас ее бы Не, ну на самом деле, если бы было две спирит таурки, он бы уже давно отбился от этих всех харасов. Нагу, кстати, зря подставляет под таурки, она же ее нельзя койл кинуть. Здесь минус табуретка. Почему спирит таурку не апгрейдит, я не пойму. Ракеты летят. Шаукан, короче, терпит у нас. А, все, Т3 доделался.
Куда ты или чем вылез? Сейчас третий апгрейд на масонере пойдет. Не, ну у Undead есть шансы, потому что Human, по сути, с одного экспанда добывает. Сейчас танки, конечно, пойдут, но там катапульты можно добавить. Просто рабочие у Хумана на мейне не добывают, и, в принципе, здесь можно мейн снести. Сейчас единственная проблема в том, что нужно как-то катапульты построить, чтобы их Архмаг не убил. И за это нужно вернуть ДК одного. Нужно вернуть ДК, чтобы он Кайлом отогнал Архмага. И все. Потому что сейчас танки приедут, и будет печально. Но минус от Касл, кстати. И, кстати, Касл-то не спасет, походу, Хуман. Не, Андед здесь может затащить. Я бы сказал, даже он здесь затащит. Потому что у Хумана нет лимита. Нет, вот эти ракеты, которые прилетели, это не донат. Донат ракета, которая снизу летит. Я как человек, который много смотрел китайских тянок, знаю, где там донат. Минус мейн. Сейчас самое главное Андеду отбиться от первых трех танков. И там больше танков. Ну, финда-то под хиль. Господи. Все, три танка поехали. Еще в заказе парочку успел заказать. Напомню, что танки можно заказывать только если апгрейд на Т3. Кстати, паладину он успел заказать. Ну, ему нужно с катапульта сейчас отбиться. Если у него есть катапульта. Главное спалить танки. Нет, он кату не строит, сейчас будет тяжело отбиваться от танков. Там есть, наверное, пару апгрейдов на атаку. Блин, на базу беги, лобок! Кстати, Романтик понял, что танки не сыграют, он их отводит. Хуман паладина не успел заказать, это плюс для Андеда. Потому что сейчас он качает только МК и Архмага. То есть не будет ударной связки. Ну танков много, там порядка 5 танков он построил. Что-то какие-то лаги. Можно им в чатик что-нибудь написать? Блин, а я опять в чатик не могу ничего писать. Потому что надо подтвердить свой номер телефона. То есть я зареган, но телефон нужно подтвердить. Танки на мейн едут. 5 танков на мейн. Или 4. Так, что-то все виснет. Плохо. Все-таки периодически лагает. Еще два танка дропаются. Сейчас, походу, дело танками затащит. Потому что Сиакай видел же, что там танки. Ну, блин, сидит и на базе. Строй катапульты. ТП взял, молодец. Сейчас дропнутся на шахту танки. ТП сразу делай, лобок. Там сейчас сзади дропнутся танки. Чини шахту, шахту чини. Да зачем тебе этот склеп шахту чини? Ну что за лобок? Господи, ну шахта. Ну шахта, там же золото добывается. Он здесь Архмага пытается убить. Ну шахту снесли, ну что за... Какой прекрасный день, какой прекрасный день. Все, голды нету. Он еще и ТП купил зачем-то. Здесь уже экспанд отстроен. Да я болею за Андеда, потому что ну что это такое? Здесь 3-0, блин, какие-то вообще детские. И просто спасает два танка битых. Не, ну Романтик молодец. Короче, у Романтика 1000 голды. Да, зато склеп живой. На склепе можно там гулей построить.
是练掉两个红点，然后把红点里面的装备，причем Хуман ты не потерял ни одного танка，然后把这个就是说盖子再敲下去，但是这一来не, ну Undead конечно очень слабый, то есть если брать, например, в пример там какого-нибудь WFZ 120, даже Люцифера, Undead рядом не стоит с этими Хуманами, в смысле с этими Undeadами. То есть очень сильно отличается уровень игры. Хотя Романтик сам не топ, но он этого андеда просто шатает. Ну, сейчас мейн снесут. Он зачем ТП купил, даже не ТП, что все, короче, тут танки все убьют. Он всего-то построил 5 танков.并不是很理想，可能也是今天的网吧上来的一个四百多 PV。короче, 3-0, пососный катка. 确实会有一些网吧很奇怪啊，跟你这个人他兼容不了，然后。